Доброго дня. Мене звуть Віктор, я агроном-консультант Харківської філії компанії Вітара. Поряд зі мною зараз знаходиться заступник директора по рослинництву Щолик Сергій. Господарство Харків Агро 2000. Два слова, чому ми тут знаходимося, чому ми зараз ведемо з вами розмову. Перед нами поле соняшника, гібрид Лівагрейн LG5580. На цьому полі заложена демо-ділянка Мікафіксу. Демо-ділянка складає площу 9 гектар, загальне поле 104 гектари. Було протруєно, точніше не протруєно, оброблено Мікафіксом 3 посівних одиниці соняшника, висіяно, і ми спостерігали протягом всього періоду, спостерігали його рост. Робили листовий аналіз, визначали елементи живлення, як наші рослини з мікафіксом і без мікафіксу живляться, яких елементів вистачає, яких елементів не вистачає. І в принципі на зараз ми вже можемо представити деякі результати. В принципі, крім всього прочого, хочу сказати, візуально і те, що ми робили аналізи, результати досить таки добрі. Але бункер покаже, тому що наш регіон досить таки нестабільний, досить таки важкий. При цьому ми бачимо те, що цей препарат працює добре. А все-таки все остальне покаже у нас збирання. Я немножко вернусь к нашому полю. Ще хочу сказати таке слово, що здесь на этом участке семена, которые мы обрабатывали, это был полусухой метод, полувлажный, да. Извините. Три пассивных единицы. Обработки, да, три пассивных единицы, то есть на пассивную единицу у нас шло 250 грамм, миллилитров, точнее, рабочего раствора. Бетономешалки это все. Бетономешалки, да, мы делали, продавили. Обработки мы производили за 4, по-моему, или за 5 дней до посева. Да. То есть у нас как раз там был небольшой период дождей. Запечатано, да, потом уже мы вышли. Обработали и через 4-5 дней посеяли. В принципе, результаты, первое впечатление, Сереж. Первое впечатление, значит, это поле было под классическую технологию, под подпочвенник. Мы, в частности, работаем в Premex Rated Gold. Отличие было. Мы получили всходы, и на протяжении вегетации мы уже замечали, что корневая система более мощная, чем на контроле, где не обработано. В данной ситуации подсолнечник развивается хорошо, можно сказать, это один из, можно сказать, лучших подсолнечников. Виктор не даст соврать, потому что мы на протяжении вегетационного периода делали листовую диагностику. Отличие было по микроэлементам от контроля, и также вот это 9 гектар у нас микофис внесен. Да, вот более подробная листовая диагностика, которую проводили по результатам листовой диагностики, то есть здесь было проведено два анализа на разных этапах роста, и по результатам листовой диагностики, значит, растения, которые были обработаны микофиксом, да, они не имели провалов по таким элементам, как фосфор, не имели провалов по таким элементам, как азот, марганец, то есть в принципе фактически все элементы питания были в норме. Немножко у нас была недостача по калию. После того, как растения зашли, то есть мы получили всходы, там на первых этапах роста визуально было вроде бы все одинаково. Потом мы откапывали корневую систему. Там было при двух парах листьев корневая система была намного больше там, где было обработано микофиксом. А в дальнейшем мы получили следующее. То есть растения, обработанные микофиксом, опережали по росту там, на 4-5 сантиметров постоянно. Облиственность самих растений, площадь листа была больше. И вот сейчас то, что мы видим по состоянию корзины, по наполненности корзины, есть визуальные отличия. Мы немножко, когда отойдем именно от участка с микоризой, вы увидите чуть дальше то, что сами растения, там, где более жесткие условия, чуть-чуть жестче условия и нет микоризы, растения на данный момент уже вот потеряли тургор, то есть опустили листы. Вот мы проезжали мимо поля, то есть чуть дальше это очень явно видно. Хочу вернуться к тому, что да, вот несмотря на то, что было внесено хорошая доза удобрения, то есть для нашего региона это в принципе очень хороший заряд, да, который идет при посеве. При проведении анализа все равно вот на участке, где растение без микризанта, без микофикса, мы наблюдали дефицит по питанию по фосфору, по калию, и был провал по азоту. По микроэлементам там
было тоже все понемножку. А вот там, где микориза, этого всего не было. То есть по азоту, по фосфору были нулевые значения, то есть растение не испытывало вообще дефицита в этих элементах. Одна из задач микофикса, микризанта, да, это восполнить дефицит растений в фосфоре. То есть, более доступно. Да, доступно. То есть питание сделать. Покрытие корневой массы увеличится в 30-50 раз. Ну, и да. за счет того, что сам мицелий гриба очень мелкий, он окутывает большую площадь и, вступая в симбиоз с растением, он забирает, переводит фосфор в более доступные формы, да, и отдает растению. То есть это визуально видно, за счет чего... Я думаю, что еще, наверное, достаточное количество почвы он тоже как бы берет на себя. То есть за счет чего у нас удобрения. Идет улучшение по питанию, за счет чего у нас идет более хороший старт развития корневой системы. Почему? Потому что фосфор, как мы знаем, является тем элементом, который является строителем, то есть строительным элементом именно для корневой системы. А имея корневую систему, мы получаем хорошую вегетативную массу, мы получаем хорошее питание растения. Ну, я хочу обратить внимание ваше. Если это видно. Вот смотрите, два растения. Я думаю, что вам не составит труда определить, какое растение было с микоризантом, какое без микоризанта. То есть даже по корневой массе, которую мы больше имеем, получается. Да, вот там, где была у нас микориза, растение само по себе, видите, имеет корневую массу намного больше, борода больше. Кроме всего прочего, есть такой показатель, как грунтоутримующая сдатность. Рослина, яка має микоризу, она досить багато держить грунту за рахунок того, що багато волосків, все це окутано у нас площа мицелієм, більше, да, і цим самим і збільшили площу живлення і все остальне. А от рослина, яку ми не обробляли, досить чітко все це видно. Крім всього прочого, зверніть увагу, да, товщина стебла. Сереж, підніміть, будь ласка. Товщина стебла рослин, тобто рослина, яка під мікоризою, вона більш вільно себе почувала, вона сформувала товще стебло, вона забрала більше поживних речовин, і вона формує само собі кращий урожай. Далі, що ми зараз маємо? Корзини. Корзини і там, в принципі, досить непогані, як для нашого регіону, да, от, і та, і та корзина, в принципі, добра. Але чітко ми бачимо різницю. Дивіться. Далі, да, далі покаже бункер. Це зрозуміло. Тобто ось фактори, які ми бачимо вже на зараз. І крім всього прочого, площа листової маси. Дивіться, листочок, який вкритий повністю ржавчиною, який він має розмір на рослині, яка не мікоризована. Рослина, в принципі, трошки вже підв'яли, от, не хочеться лізти, але от площа листка на рослині, яка мікоризована. Теж є ржавчина, але набагато менше враження, ніж на рослині не мікоризованій. Тобто, використовуючи мікофікс, ми отримуємо не тільки кращий розвиток, краще живлення, ми ще підвищуємо імунітет рослини. За рахунок симбіозу складається так, що рослина більш сильна, вона краще себе почуває і переносить стресові, що стресові умови, що хвороби, вона має здатність з цим краще боротися. От. Також те, що ми замітили і це бачимо, це різна висота рослин. Тобто по висоті рослини відрізняються сантиметрів на 5. Рослини більш зеленіші, більш кращі, але ну, бункер покаже. Так, да, бункер покаже. Стадіон так стадіон. Да.